Всем привет! Меня зовут Елена Кудрявцева. И сегодня я хотела сделать небольшой обзор мультиварки Redmond RMS M90. Мультиварку заказывала в интернет-магазине «Розетка». Пришла очень быстро, быстро на следующий же день. Пришла вот в такой вот громаднейшей упаковке. Упаковка с ручкой, в середине море пенопласта. Упакована она очень хорошо была. Вот основная маркировочка. Ну, в общем-то, упаковка нас сейчас сильно не интересует. Давайте посмотрим на свою мультиварку. Итак, первое, что бросилось в глаза, это вот эта вот книжечка рецептов с картинками. Картинки, это, наверное, все же моя слабость. Рецепты с картинками, вот они. Книжечка мне очень понравилась. Так, дальше. Мультиварка. Первое, на что обратила внимание при выборе мультиварки, это вот эта ручка. Если вы постоянно переносите мультиварку или куда-нибудь с ней ездите, она очень удобная для переноски. Очень удобная. Второй момент. Тоже хотела обратить внимание. Вот это вот сборник для конденсата, для пара. У меня у мамы модели. Его вообще нет. У моей прошлой был очень маленький. Здесь он большой. Раза в три больше, чем моя прошлая. То есть, ну как, на одну готовку его точно хватит. То есть, жидкость выбегать не будет. Далее. Далее. Обратите внимание еще на эту наклеечку. Здесь указаны все программы, которые есть вот в этой мультиварке. В ней получается всего 45 программ. 17 автоматических, 28 ручного режима. Программа мультиповар. Давайте посмотрим также, что в ней есть в комплекте. Итак, есть вот такие вот лопатка с черпачком. Как по мне, очень даже ничего. Далее есть вот такая мерная чаша. Фритюрница с ручкой. И пароварочка. Ну, это, в общем-то, стандартный набор того, что должно быть. Теперь давайте посмотрим на саму мультиварочку. Давайте ее включим и посмотрим, как она выглядит. Значит, внутри мультиварки идет вот такая вот чаша. Красивенная чаша. Чаша на 5 литров, но фактически здесь будет 4 литра. 5 литров, это если набирать воды до самого верха. Вот такие вот ручки. Ручки очень удобные. Они есть далеко не в каждой модели, поэтому обращайте внимание при выборе. А, еще что очень интересно, я раньше считала, что если вот эта чаша портится, то нужно или звонить или в сервисный центр, или, ну, даже не знаю, где искать новую. Оказалось, что они все, в принципе, продаются, точно так же, как и мультиварки. Их можно купить без проблем в любом интернет-магазине. К примеру, той же самой розетки. То есть, если чаша портится, то мультиварку менять не обязательно. Итак, включаем нашу мультиварочку. Вот. Управление у нас сенсорное. Легчайшее нажатие. Она включена. Цветной дисплей. Вот. Одним нажатием меняется программа. Я так понимаю, что если нажать на старт, она тут же и запустится. Мы этого пока делать не будем. Давайте посмотрим. Значит, есть подогрев, отмена подогрева, отложенный старт. Вот это и есть наш мультиповар. Можно выставить температуру и время приготовления, если делаете что-то не по автоматической программе. То есть мультиварочка очень внешне красивая, мне нравится. Планирую активно использовать. Поэтому спасибо большое за внимание. И надеюсь, мой ролик кому-то оказался полезен.